на территории Коминтерновского района уже достаточно много разработано градостроительной документации. Разработано, согласовано и утверждено целый ряд населенных пунктов расширенной границы. Вот. Безусловно, все остальные пункты, населенные Коминтерновского района, они также требуют развития. Все практически председатели сельских советов, депутатские корпусы советов хотят, чтобы в их населенных пунктах были новые нормальные генеральные планы с учетом всех интересов жителей соответствующих территориальных громад, в том числе и с расширением границ. В селе Сичавка и в селе Кошары эти генеральные планы в том числе отсутствуют. У нас достаточно жесткое с точки зрения законодательства тоже в этом плане, поскольку даже нельзя отводить земельные участки без генерального плана, объединенного с планом зонирования или в отсутствие детального плана территории. Вот. Коминтерновский районный совет, его депутатский корпус, а также его руководство будет всяческим образом способствовать разработке градостроительной документации на территории Коминтерновского района. В том числе и, возможно, даже в первую очередь, генерального плана села Сичавки и села Кошар. Есть видение, что данные села, в частности, безусловно, и в первую очередь, это село Сичавка, должно развиваться. В первую очередь, должна развиваться его рекреационная составляющая. У нас в Визирке есть промышленная составляющая, в Белярах есть промышленная составляющая, в Сичавке, в Фонтанке, в Крыжановке есть рекреационная составляющая. Для этого есть мнение, что нужно расширить границы села Сичавки путем разработки генерального плана, путем разработки проекта землеустройства по расширению границ до границы с Кобелевым. Это если стоять спиной к морю по правую сторону и до границ Жилыгского лимана по левую сторону. Включить эти все земли в границы населенных. Хочется, чтобы рекреационная зона, которая уже давно в Занепаде, врешті-решті, якось почалась розвиватися. Вот. Я думаю, что в этом есть и перспектива, и оно будет. Для этого нужно сделать объемную работу. Опыт в этом есть. Коминтерновский район в целом на территории Одесской области находится на первом месте по состоянию разработки градостроительной документации под ключ. То есть не просто там на бумаге ездим, там эти генеральные планы прошли общественное слушание, все согласования утверждены, разработана и утверждена схема планирования всего Коминтерновского района, где в том числе предусмотрено рекреационное развитие Сичавки. Это было в 2013 году. Вот. Также соседние села Сичавка и Винплана разработаны и утверждены. Многие границы целого ряда населенных пунктов уже расширены. Крыжановки, Фонтанки, Ильичевки, Александровки, Светлого, Визирки. Таким же путем хочется двигаться и по всем остальным населенным пунктам. Одной из, в том числе, существенных причин, что стоит делать эти процессы, расширять границы населенных пунктов, является и тот фактор, что любой застройщик в границах населенного пункта, он обязан по закону платить боевое участие. Если, ну, к сожалению, так законодательство сейчас прописано, если застройщик за границами населенного пункта, он имеет полное право этого не делать. Живым примером, в частности, по Визирке, был ввод в эксплуатацию маслотерминала All Seeds Black Sea, я думаю, что многие знают.
эксплуатацию за границами населенного пункта, и он не заплатил ни копейки по его участию в жизни. Это неправильно. Сейчас этот объект уже в границах населенного пункта. Если он будет дальше строиться, он будет платить по его участию до 10%. Безусловно, такого промышленного потенциала на территории Сичавского сельского совета нет. Вот. Возможно, когда-нибудь будут развиваться территории, которые туда ближе к лиману, где транснефть, территория и так далее. Дай бог, пусть оно так будет. Но все-таки думается, что быстрее будут развиваться рекреационные территории. Поэтому я вас прошу, как коллега, поддержать это решение, способствовать этому процессу, а также активно участвовать сами в этом процессе. Безусловно, у каждого из вас, как жителя Сичавки, будут какие-то предложения и пожелания к этой градостроительной документации. Спасибо.